Очередное включение из города Питкяранта. Я живу на улице Ленина, и да, меня срубает время. Да. Пересечение проспекта Ленина и улицы Гоголя. О, а во, вот наш как раз есть. Визави. Нас, да, визави, да. Народу мало. Все работают, наверное. Здесь живет мало, наверное. Антуан. Хоть сделали что-то, тут раздолбанное. Угу. Я здесь был 9 мая. Контент. 9 мая 2022 года был. Какая улица? Отец родной. Антоша.